Привет всем! Сегодня у нас 12 мая, и покажу вам, как у нас все расцвело. Ранетка вот расцвела большая. Все буквально в цветочках. Тут большая старая ранетка. Следующая ранетка, вот она, это уже полукультурка. Тоже вся в цветах. Зацвели также одуванчики. По краю вот здесь получаются дорожки. Здесь у нас лежит бетонная плитка, и они прям любят между вот этой плиткой насеялись, и вот так рано зацветают, прям красиво-красиво. Идем дальше, уже зацвела акация, тоже сейчас покажу, желтые цветочки. И пчелка тоже уже летает, собирает нектар. Вся акация гудит, шмели. Но самое, наверное, красивое, вот смотрите, вот эта ранетка. Простая, которая у нас мелкие, вот эти ранетки лесные. Она вообще вся белая. Вся-вся-вся. И такой аромат стоит, вот почему-то от нее... Ну, прям такой приятный аромат, несравнимый вот с вот этими полукультурками, яблонями. Нет такого у них аромата. А вот эта вот дикая ранетка, вообще просто. И пчелки просто по ней везде летают. Красота. Ну и самое главное, конечно, аромат. Такой белый шарик. Белая-белая. И, кстати, вот она тоже в прошлом году цвела не так хорошо. Вот в этом году прям шикарно. Здесь вот у пчел даже по полянке везде одуванчики расцвели. Ну, это издалека. Красиво цветет все. И там беленькое видно, что и это. Ну и в конце огород у нас везде вон эти дикие ранетки растут. Сами они сеются. Одна, вторая. Поэтому очень красиво, конечно. Такая нарядная белая яблонька. Так, а здесь я вам покажу сейчас вишню. Тоже белая вишня. Практически вся цветет. Еще один кустик. Тоже очень такая симпатичная. И смотрите, какая старая ранетка. Даже вся в цветах. Еще, наверное, не все распустились. Здесь прям в теньке хорошо видно. Все в цветах до самой макушки. Самые нижние веточки все в цветах. Просто шикарно. И везде гудят пчелки.
До самой макушки, просто на самой даже верхушках все в цветах. Красиво. А вот здесь в уголочке расцвела боярка. Такие вот цветы у боярки. Ну, еще она не полностью расцвела. И еще одна ранеточка. Рядом с вот этой вот красивой такой. Это другая, наверное. Одна из них вот какая-то красная, другая, наверное, желтая. Та, которая повыше вот эта желтая, скорее всего, вот эта, наверное, будет красная. Если я ничего не путаю. Тоже она в первый год цветет только. И тоже она еще не вся расцвела, конечно. Только начинает так вот. И она позже распускается, чем вот та ранетка. Ну, конечно, очень, конечно, красиво. Солнышко он светит. Но самое красивое все-таки вот это. Дикая ранетка, самая красивая и самая ароматная. Пчелки трудятся. Летают прям сплошным потоком. Летят и летят и летят. Сейчас, конечно, много что цветет. Им есть чего собирать нектар и пыльцу. И вернусь к этой ранетке. Вся гудит. Уже пчелок столько налетело. Наверное, слышно, какой гул стоит. Очень красивая, ароматная. Пчелкам нравится. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. Будем делиться приятными моментами. И пока-пока. До новых встреч!